Жители Московского района недовольны состоянием фасадов своих домов. Претензии они высказали лично вице-губернатору Николаю Бондаренко и главе Владимиру Ушакову. Экскурсию по своему двору для первых лиц города и района проводит председатель совета 34-го дома на улице Благодатной Надежда Шевченко. В 2007 году из городского бюджета выделялись 13 миллионов рублей на капитальный ремонт фасада. Однако лицевая сторона здания совершенно не изменилась. В 2007 году сложно судить, как выполнялся капремонт. Наверное, я вам вкратце рассказал. Где был технадзор? Я вам рассказал вкратце, где была администрация? Нашлось, что сказать и жительнице дома на Решетникова, 13. Капитально фасад здесь отремонтировали в 2012-м, но уже следующей зимой по зданию пошли трещины. Фасад подлатали буквально за сутки до визита Николая Бондаренко. Видите, закрашено свежее. Там закрасили, лепку прицепили, правда, криво. За время своего рейда по району чиновники осмотрели больше 5 зданий. На основании жалоб фасады домов еще раз обследуют. Затем будет решаться вопрос с ремонтом. Составлен протокол, с которым будем мы работать в течение этого года. И, конечно же, эта инспекция повторится. В Московском районе каждый четвертый дом нуждается в восстановлении фасада, уточнил глава администрации. Однако в этом году привести в порядок удастся лишь 20 зданий.